о том, как я каждые пару дней проверяю уровень масла. Ага. Юля, почему ты мечешься? Ты не знаешь, где находится щуп? Нет. Я для этой цели использую салфетки. По-моему, ты его погнула. Не. Он какой-то кривой. Масло не обнаружено, да? Нет, с маслом все как раз в порядке. Вот. Ну, можно чуть-чуть подлить. Я думаю, не стоит. До фул. Не, можно чуть капельку. Совсем. Перейдем к багажнику. Да. У меня такая штука сделана, которая на таких вот креплениях, вот, липучки. Это чтобы когда резко входить в поворот или резко делать переворот. Или резко выходить из поворота. Да, или то, или другое. Ну, короче, чтоб у меня в багажнике, да, вот этот весь, так сказать, мое приданное. То есть это все твое приданное, отлично. Да, чтобы оно не телепалось туда-сюда. Вот у меня есть масечка. Всегда почти полная бутылка. Ну, тут всякий хлам, типа огнетушители, аптечки, аварийных знаков, армированный скотч двухсторонний. Насчет масла напомню, что на Subaru масло, как и на Трабанте, 1 литр на 100 километров расходуется. Так, ну, всякая такая мне еще ерунда. Так, идем, чуть подольем. Думаю, хватит. Движку маслом не испортишь. Смотря какие. Надо правильное масло. Я использую матю. У меня был знакомый, который пачку от Marlboro перекладывал дешевые сигареты. А. Epic fail. Юля, я хочу посмотреть, как ты это будешь делать. Юля, главная беда в том, что ты девочка. Знаешь почему? Мальчики давно придумали простое решение этой проблемы. А у тебя есть защита двигателя, да? Да. Классно. Так, сейчас я пока подумаю. Нет, джекпота нету. Ну что, на этом, я думаю, можно закончить. На этой трагической ноте. Ну что, заткнем дырку салфеткой, а крышка где-то выпадет. Да ну блин, ну ладно, все, я сейчас решение не придумаю, надо думать. Happy end.